Ну что ж, здравствуйте, дорогие товарищи. На сегодня я, наверное, хочу продолжить играть в плейтест Time to Morp. Закончить то, что было начато, как бы закрыть гештальт до следующего плейтеста, скажем так. И, в общем-то, ну что там говорить, понеслась. Так. Джелов. Посмотрим, что у нас там есть. На. Конечно, уже я понимаю, как играть, но тем не менее, для того, что играть таким образом, что я бегу, и мне постоянно приходится зажимать правую кнопку, чтобы камера оставалась за спиной этого персонажа. Это, по-моему, ненормально. Да. Ладно. Что тут надо сделать? Так. Что это такое? Pump Networks. Resources of Pumps. Окей. Unlocked Cooking. Unlocked Cooking. Могли бы сразу же... Зачем мне вот этот... памп открывается? Что-то тут не так. Ага. А это что у нас? А тут ничего не открывается. То есть какая-то такая... странная... Ну, короче, непоследовательность в том, как работает UI. То есть оно должно... Либо ты кликаешь, и оно открывает информацию, либо ты не кликаешь. Ну, в смысле, да, да. Короче, непоследовательность. Information, да. Видите, Pump Networks открывает на то, что не надо, наверное, открывать. Или я пока не понимаю логику этой чат-месседжи. Зачем? А, наверное, для мультиплеера, но для... Обычно это просто жмешь Enter и все. Хотя есть и есть, как бы ничего. Нормально все. Ладушки. Так, господи, как тут у нас ресерч? Ресерч на что у нас был? Не на R явно. А сюда. Сейчас, ну, нужно найти cooking pot. Хоть не смокинг пот. Это что, Pebble Cooker? Что за хрень? Да. Ну тут пока вообще непонятно, что к чему и зачем тебе это надо. Как бы нету такой прямой связи. Ну, собственно, и нету никакой... Stairs, benches. Посмотрим на вики тогда. Fruit gel, что за фигня? Cooking pot нужно, да? Ну, это можно было бы разделять тогда на подзадание. То есть, ну, давайте будем agile. If you know what I mean. If you don't know, это плохо. It's bad that you don't know what I mean. Руджел, нужно cooking pot. А как я построить? Блин, все забыл. Build? Нет, здесь B не build, B это эмотиконы. Я бы сказал, слишком много. Слишком много уделяется онлайн интерактиву до того, как core gameplay простроен. То есть какой-то вот нету завершенности.
в одних элементах, а уже бегут имплементировать другие. Ну, разве что кто-то был очень свободен. Это, собственно, managerial skills. Да, господи, где-то за... Где у нас строительство? Какая кнопка отвечает за строительство? Нет. А почему? Что? А, это ремонт. А, это просто ремонт. О, прикольно. Так, блин. А вот там. Cooking pot. Пойдем. Блин, дайте мне посмотреть. Было бы хорошо, если бы я нажал на элемент, и он бы показывался описание, что это такое вообще. Потому что вот этого не очень вот с этой стороны. А, и... Потому что это так, такое себе. Как бы я не понимаю, зачем это нужно вот настолько широко распространять. То есть это могло бы быть вот просто такая вот сферочка небольшая. То есть, ну не сферочка, а прямоугольничек здесь. Да, UI, UX. Не выпендривайся. Дорога одна. Блин, это даже хуже, чем в этом самом. Ну ладно, не хуже, это явно не Satisfactory. Где бы плиты там 3 на 3 метра ставим сразу. Так, ну там, собственно, и строения не такие мелкие, как здесь. Так. Тебе нужен Розоморф Production Energy Cell. Can try some resources. Так. FeedTech Morb или белого морба с энергией целым. Протон Tech Morb. А Tech Morb нам нужен. Touch Fruit. Ага. Тут какая-то фаза игры, где у меня начинается жуткий тупничок. Я не очень понимаю, что нужно вообще сделать. Все окей, мне что нужно теперь? Вручную все это? Инвентарь is full. Где оно full? А, понятно. Сложная конструкция, сложная идея насчет того, блин, опять нету ни хрена.
это постоянно нужно с этим прыгать туда-сюда. Это не весело. There is no fun in this play. Как я могу знать, насколько я подзарядил этот цветок? Насчет фоторежима спрашивали. То есть я хотел сказать, что очень близко этот фоторежим находится. То есть я хотел бы, может, чуть подальше. Тут такая сфера. Ну, есть пузырь такой, так сказать, вне которого нельзя выбраться. Кстати, тут коллижен большой получается. Аж тень видна. Так, а как из него выйти? Escape. Run, escape, да. Так. Что за хитрую схему мы должны сейчас придумать там? Фрукт джелла, блин. Взял бы сам и сделал. И это нужно сделать, и то нужно сделать, блин, не сам. Па-па-па-па. Ну и долго вам просраться надо. Супер. Что-то они у вас легко превращаются. Раньше нужно было дождаться, пока они оголодают, а потом уже только они превращаются в этих, во всяких. Так, где тут ваши данные? Хорошо, плохо. Нет, 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 не смей. Собака, блин, а? Кто тебя просил? Ты кто такой? Да, немножко напрягаешь, что нужно обращаться постоянно к Вике. Что-то
что я много гринда здесь вижу в этой игре. Геймплей маловато. Особенно с этой фигней. То есть нам нужно дождаться еще свет, сутки, который просто продлевает мучение, скажем так. Нет, это, конечно, реалистично, все дела, но ночью тоже что-то должно происходить. Причем самых первых пор. Или эта ночь должна очень быстро проходить. Ну да, конечно, да. Есть, но... Не, что-то я скучаю. Ну, наконец-то вы. Как бы... Я бы сказал, что да, нужно сделать так, чтобы вот эти не появлялись сразу же. Ну, то есть, у нас есть такой тип, он съедает протонку и превращается в этого, в такого, в пинкморпа. А пинкморп снова съедает протонку и превращается в этого, в это голубоглазое такси. И... Не надо так, как бы, пускай он голодает, если у него, если это не его основная ветка развития, пускай он лучше оголодает, превратится в белого морпа, а потом уже будет дальше с ним что-то происходить. Потому что на данный момент я даже не представляю, как с тобой бороться-то. Снова сожрать? А, ты еще в Science морпа превратился, ну пипец. Что мне с вами делать такими красивыми? Это кто такой? Это даже Science Man? Или Science Man? Чё он такой? Спящий. Херня какая-то. Сложные продукты, да, получается. Было бы круто, если бы вот это вот, вот это вот график превращения, он где-то так обозначался. То есть в той же морповике. Людям нравятся графики. Офисному планктону. Сделать вообще. Нам нужно два этих, а для двух этих нужно скормить этому. Давайте тоже. Блин, слепошара. Может этот ресурс. Блять, нет, нормально. Жри. Да нет, не ты. Да, игра пока сильно вызывает фрустрацию. Как мы еще
есть она вроде простая, но запутанная на ровном месте. И вот сколько здесь. Мне нужно ждать опять, нужно ждать, пока это произойдет. Я вот уперся в этот вот кусок, и я ничего не могу сделать. Потому что у нас ту ночь, то они съели что-то не то, то еще не пожрали, то еще что-то. Жри давай, собака. Ты же собака, ты же эти самые ешь. Ты уже свою джелфрут, да? Ну, вы будете жрать или нет? Дальше что? Да нахрен мне эти памп нетворкс. Подожди, памп. А этому нужно тэч. Продакшн. Ну это ни хрена не правда. Подожди. А, вот гриммор. А, вот офигеть. То есть пока я понял, что нужно три шугар. Нет, подожди, три шугар. Это не фрут джелла. Блядь. Что-то овер до хрена ресурсов. Что-то раньше было понятнее, честно говоря. Раньше игра выглядела гораздо более понятнее и ближе к релизу, нежели сейчас. То есть переусложнили, ребята. Переусложнили. Надо было там уже допиливать детали. Все остальное, как бы, какие-то тонкие места подработать. Тут что-то слишком заебисто стало. Блять, что делать надо? Капитан, блять. Там или как? Так, у меня фрут джелла нет, где фрут джелла? Чтобы фрут джелла получить, блять, фрут джелла, ваш клюв.
продолжу. Ладно. Нам нужен фрукт джел. Это не то. Это мы для этой штуки. Это не фрукт джел, это три шугар джела. И где оно? Где оно? Что, мне искать что-то надо? Да, фрукт джела, вот. А-а-а, пипец. Да, короче, не хватает такого. Так, сейчас что-то, блин. Сплошное лазание по Вики вместо игры. Капитан, блин. Ну вот, я построил это, а что она делает? Просто мебель, табуретка такая. Это же непонятно. Что значит вот это вот красное? Я не понимаю. Спринг, допустим. Ну, это да, я понял. Дальше где этот хел? Когда нужно объяснять, вместо того, чтобы игрок интуитивно что-то делает, что-то как-то видимо, что явно какой-то проем. Простите. Не, ну до каких-то Вики, конечно, нужно доходить. Но это должно быть эволюционно, пусть что. Понимаешь, что-то не так, что, в общем-то, он освоил все стадии управления, понимает что-то, но вот что-то ему, но ему нужна дополнительная информация, чтобы расстроить более там идеальную фишку. Блин, я штуку что наполнил. Или ты ночью багуешь? Нет? Походу ночью она не запитывается. Ладно. Жрите.
кстати, прикольная фишечка, что можно так закликивать. Ебанина. Have a pink morp in vantage. То есть там внизу сейчас... Ребята, реально, в прошлый раз было проще. Блять, хуйня какая. Что-то перемудрили, реально. Я просто какой-то ахуя. Настраиваться нет. Так, что-то у нас будет зона. Да, но это автоматически эти нужны. Ё-моё. Какая, блять, хуйня. Тут же мне пространства-то особо нету. То есть деревья все вот. Я могу строить, но я не могу расчищать нормально площадку. Все узенькое, такое маленькое. И в строительстве было бы круто, если бы я мог как в режиме фоторежиме. Блин, все равно. Вот как-то так строить. Я понимал, что вообще творится. Походу, сейчас я буду пользоваться фоторежимом для того, чтобы оценивать, что вообще делать надо. Так, блин. Шесть этих шизиков надо. То есть, технически нам надо накормить там этих товарищей. Товарищей накормить, напоить. Или не надо, ё-моё, что-то фигня какая-то. Короче, оно все вытаскивает. Фигня. Не похоже, что это было запланировано на данном этапе геймплея. Это слишком долго. Синенький. Синюшечка. Я вот он стеки подкидываю, а он не дает.
4, 5, 6. Пингмор. Пингмор. Квест не работает. Информации нету. Ай, блядь, я сижу больше в Википедии, нежели реально занимаюсь какой-то херней. Это не работает. Это не работает. Чё работает-то вообще? Чё я там понабрал? Вот этих энергосилов. Что-то происследовать могу. Collect flowers. Окей. Батарейкукер, окей, интересно. Сайн, это нужно пойти поискать всякого. Ну, раз она не работает, я пока что попробую что-нибудь другое поделать. Так, тэчплант, правильно? Это тоже тэчплант. Спринклер я не могу потом сделать, потому что оно... мешается вот эту что-то красненько. Что, скрипты сломались, что ли? Пипец. Так. Подожди, у нас же было. Куда я просрал вот? А, я построил что-то. Вот теперь сиди, жди. Пытаюсь понять. Что уже ты сделал в жизни не так? Иди сюда. Ой. И что это мне дало? Ripe flower. Кто ты такой? Алтимор. Давай. А кидать ночной бегу. Тихо в лесу, только не спит капитан. Мороженку ему не принесли, вот и не спит капитан. Смотреть не спишь. Полный инвентарь. Хочу сказать, это полный пиздец. Ура, у нас есть джела, но ёкарный бабай. Я так понимаю, что надо кого-нибудь просто взять и... Чувак. Да блин. А потом обмочить. Будешь жрать? Жри давай. Да нет, не работает. И водички не надо. А, такое ощущение, что я закончу этот раз непосредственно пробежкой по острову, не доходя до... Зачем нам еще один капитан с хаос? Тут же ноль, правильно? А все равно строить можно. Окейушки. Так тоже бывает. Тут тоже нужно.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 розових морпов в зоні з текморпами. Но. Я ничего не могу сделать, потому что гладиолус. Потому что гладиолус, ну, по крайней мере, я могу построить. Шесть таких, то может быть выполнится условие. Но это не точно. Так, что там за бенчами какими-то там были? Декор. А, может еще. Что выглядит, что все это добавлено, но не вписано в геймплей. Разряд, ну чуваки же, вы должны там уметь как-то что-нибудь разобрать. Вы зашли в игру, значит вы должны здесь ковыряться. Никто никому ничего не должен, особенно в играх. Если не интересно, то оно и не будет ковыряться. Ай-яй-яй-яй. Только не спи, девчуш. Три мужика стоят, лоботрясничают. Только не спи, девчуш. Эффективный, блять, менеджер. А это что у нас такое? Так, я хочу сохраниться. And... Попробуем. Может, я что не понимаю. Какая-то херня. Фруджелла, окей. Что тут у нас еще можно сделать? 4 слота. Дом инженера. Вот инженер не... Вот за инженера вообще обидно. Инженер сам себе дом построить не может. Просто стоит и ждет, пока за него что-то сделают. Это крайне забавно. Опять все упирается сюда, ёкарный баба, я ж ничего не могу сделать, ни так, ни сяк, ни туда, ни туда, все, теперь в эти течморпы, так морпы упирается, пиздец. Это такой, блин, узенькое место, которое проморгали, где-то, по-моему, в прошлый раз такая же херня была, и вместо того, чтобы вот этот момент наладить. Кто это? Вот это, кстати, прикольно. Прикольно то, что такие фишечки появляются, что внезапно какие-то. Ну, я водичкой накормил, нет? Голубого. А оно... Прикольно. Забавненько, забавненько. А если еще раз...
Блин, где мои ресурсы? Вроде все есть. Злобники, ты бы еще пинался, да? Да ёб твою мать. Ладно, пойдем поищем там всякого в округе. Может, какие интересные штуки будут. Реально, в прошлый раз у меня гораздо больше было такого исследовательского интереса. Какого-то такого можно было. Здесь вот там протоны были, ну не протоны, а эти электроны. Здесь эти нужно было их соединить вместе, там получалась какая-то прикольная штука. Нужно было подумать, здесь какая-то хрень непонятная. Задание не конкретно, короче, пипец. Ребята. Что вы наделали? Скинуть надо. Три, семь. Так что значит инвентарь фул? В каком месте он фул? Еще одна. Вот он. Декор есть. Да что вообще происходит? Посмотрим. Что за фигня? Решки. Я бы таки сделал бесконечный день. Ночная жизнь немножко бесит. Или там лечь спать. Что-нибудь в этом роде такая типа. Что вы хотите, ребятушки? Может, это можно сделать через накидать эти фрукты злофруктовых. Что такое? А, это может типа подойти. Вот это вот я узнаю очень случайным способом. Ну и где мои ресурсы? Что происходит, ребята? Херня какая происходит. Нет. Короче, ну нахер эту игру.
том смысле, нахер вы выполнение всех этих штучек. Я пока не понимаю, что вообще происходит и что вы хотите от меня. Честно говоря, эту игру надо было бы потестить не сразу на карте, а на какой-то песочнице. Как вообще хор механики работает? Работает ли он вообще? У меня теперь прям жопная проблема, чтобы это сделать. Как будто последний элемент не хочет сбросить. Интересно, одно будет. Это в смысле, что я сейчас вот это странно так бежит. Так, чтобы придонная зона, там большая глубина исследования подземной пещерки. И у нас вот в Думе есть карта высот, но нет этажности. Деревья можно потыкать, другие нельзя. Это какая-то влажность. Так, что там Б? Нет. Где тут скан? На какую кнопку скан? С, может? Нет, не С почему-то.
Короче, ребята, блин, поиграйте в какие-нибудь другие игры, кроме своей. Не надо изобретать велосипед там, где он не нужен. Так, что-то у нас типа такая прибрежная зона забавная. Продолжим. Откуда бы я ни продолжил. В общем, что-то я уже подустал немножко играть в эту игру. Все уперлось сюда. И в Тэкморпов и это сложное взаимодействие между Пинкморпами, то есть как бы у меня все было, вы видели сами, но ничего не происходило. Дальше вот усложнилась процедура какая-то с Принклером. А тут у нас какая-то лажа. Only works in area. Что это за хуйня? В какой эрии? Что бы это значило? В какой эрии оно должно работать? Типа... сюда посадим и все, оно заработает. Блять, теперь оно не работает. И инвентарь слишком маленький, то есть, короче, что значит он новый ресурс? Ты делаешь? А почему ты мне позволил построить себя там, где нету этого самого, нету загончика? Это какая-то лажа, просто пипец. А зачем ему нужна эрия, если она чисто дополнительная? Где мои ресурсы? Ё-моё, достань уже. Можно как-то ускорить время, то есть реально функция ускорения времени была бы весьма к месту. Потому что вот сейчас я жду и жду, еще раз жду. Ну, это такой не показатель хорошей игры, честно говоря. Ладно, пока что у меня только негативное впечатление. Скорее всего, я буду ждать следующего плейтеста, когда будут какие-то более радикальные изменения. Но на данный момент у меня скорее так себе впечатление, чем скорее минус, чем плюс. По-моему, в версии 0.3 было гораздо проще, было понятнее, и, собственно, игра давала фан. Там были, конечно, прогибы, про медление в геймплее, но тем не менее как-то оно все решалось по-простому. Там не было капитанов вот этих вот, которые вызывают только вопросы, зачем вы здесь, кому вы здесь нужны. И да, и множество лишних вещей, которые для которых не продумана стратегия того, как это представлять, и, ну, в целом стратегия, как мы ведем игру, как мы ведем игрока через геймплей. И как бы
версии 0.3 за счет того, чтобы это было проще, проще вот эти вот взаимосвязи, игра проходилась и не вызывала таких эмоций, но при этом оставляла скорее позитивное послевкусие, нежели негативное. Вот. На данный момент, наверное, у меня все. Спасибо, что смотрели. Да. Лайки, подписки, шары, комменты, донаты. Короче, все, что можете, то и давайте. Всему буду рад. Заходите на наш Discord сервер, ВК, Фейсбук, Телеграм, Инстаграм. Короче, где нас только нету. Точнее, меня где нету. Ну и, конечно же, если хотите попробовать свою игру на другом человеке, то есть на мне, конечно же, присылайте. Попробуем, поиграем и скажем все, что думаем. Как-то так. Ну чё вы там пёрлись? Ничего не происходит. Чё происходит? Ладно. Всё, всем спасибо и пока.